Всем привет! Сегодня у нас миссия, очередная миссия невыполнима. Мы сейчас забираем нашего Макса в Полушкино и должны отвезти его в Химки. Сейчас я стою, жду у Марины, решила, что я пока жду, я сделаю такое маленькое приветствие. Ну, чтобы не как обычно, знаете, ах, мы в Полушкино, привет! И никто не верит, кто там за кадром. Ну вот, за кадром я, просто у меня нету селфи-палки, поэтому мне не очень удобно саму себя снимать. Да и, в общем-то, там, ну, как-то не до этого, честно говоря. Так, жду, сижу Марину. Я так понимаю, что она сегодня будет не одна, с дочурой. У нас будет, как всегда, веселая машина. Мы будем петь песни, кукарекать и мяукать. Кстати, у нас сегодня солнышко, но оно такое довольно-таки обманчивое, скажу я вам, потому что ветер. Ой, смотрите, как молодой человек едет с ребенком. Какая умница. И ребенок едет, и он вроде как спортом занимается. Я в Люберцах. Вот. Нет, это не наши. Сижу, жду. Дама с собачкой, мама с собачкой. Мама с собачкой. Ну, молодец, он не боится. Идет. Поставьте. Помнишь собачку нашу, Макса? Сейчас мама привезет Макса. Сейчас он только описывает все кустики. Нет, давай, там машина едет, стой, не надо держать. Язык через плечо. Ну, смотри, он молодец какой, не боится ни машин, ничего. Привет, мое солнышко, привет, Максюш, привет. Будешь мне картину рисовать, да, опять, слюнями? Я только протерла окошко. Макс, помнишь Макса? Держи, я Дашку посажу. Давай, садись, Максюша. Макс? Макс, Макс. Стой, стой, мое золото. Сейчас поедем. Сейчас поедем. Слушай, какой он прикольный. Можно будет у вас, да? Ну, можно с туалетом. Пойдем, Макс. Можно к вам в туалет? Извините. Вот, я вас так замучаю. У меня там сумочка. Я возьму, лучше заберу, да. Идем к Максу теперь в гости. Марина, у тебя шнурок. Одно неверное движение и как в детстве. Ой, какие домики красивые. Все такое. Ой, какие красивые почтовые ящики. Я как инопланетянин сейчас. Какой ты холосый. Вот. Я скорее слышала отрицательные отзывы на туалете, особенно в туалете. Это зовут Макс. Зануда? Эту зовут Макс. Это зовут Макс. Главное, показывай язык. Зануда Макс. Да я тоже всегда слышу, знаете, такое, как скажет, я слышу совсем другое. Почистил. Видите, на ребенка реагирует вообще просто. Ну, у нас всех реагирует. Ну, у нас маленьких нет пока. Ну, на будущее. Пути Господни неисповедимы. Ну, да. Все, буду. Лифта не боится. И святого. Лифта не боится. Да? Лево, право. Ой. И налево. И налево. Так, давайте, вы вперед, не давай. Вот налево, это вы меня сейчас с пути сбили сразу. Максюша.
Стой. Заходи. Даша, заходи аккуратно. Заходи. Мы еще не обжились. Ничего, мы тоже в таком же варианте еще живем. Подойди. Молодец. Сними, пожалуйста. Она играет в косточку. Сейчас будем играть в косточку. Максим. Место. Иди на место. Пойдешь на место? Да. Значит, ты Макс. Даша, ты вместо Макса, да, пойдешь на место? Ты хочешь косточку? Видишь, Максюша будет жить теперь здесь. Ему нужно принюхаться. Видишь, ему тут мисочку. Он будет здесь спать, видишь? Здесь у него будет мисочка. Да, Максюша? Золото. Потому что, в принципе, у меня все есть. Ну, кому-нибудь все равно пригодится. Вот это много. Ну, это да. Сейчас я это больше. Давай пока дверь. Да, она не откроет. Вон Наташ, я на связи. Да. Дайте нам. Пишите, звоните. Добрый путь. Все, Максюш. Максюш. Будем приезжать только в гости, если позовете. Пожалуйста. До свидания. До свидания. Обижали. Пошли. Я уже завезла Марину обратно. Ну что, будем надеяться, что в этот раз у Макса все сложится. Можно только пожелать ему удачи. Он у нас хороший парень. А я на этом попрощаюсь. Сегодня вот такое вот небольшое видео. Сумбурное, конечно. Хотелось бы, наверное, побольше что-то заснять, но, честно говоря, было некогда. Один день пронесся мгновенно. Все, на этом со всеми попрощаюсь. Я еду в сторону дома. У нас дождик находит. Все. Всем пока-пока. Thank you.